Всем привет, и сегодня новый день, уже 11 число. Кто меня там знает, у моей сестры день рождения. У моей младшей сестры день рождения. Сегодня я встала в 5 часов, чтобы подготовить ей подарок, чтобы она его уже получила, как проснулась. Но она сейчас еще спит, сейчас я вам ее покажу. Вот она спит еще. Поэтому я не бужу ее и просто начала снимать влог сегодняшний. И ставьте побольше лайков, чтобы я показала это моей сестре. Она радовалась, что она набрала столько лайков, потому что лучший день сегодня у нее. Давайте, я знаю, что вы сможете поставить лайки. Еще раз всем привет, и сегодня мы лежим на моей кровати. Вот у этой девушки сегодня день рождения. Вот у этой девушки 15-го день рождения. Вот, августом. И сейчас мы вот лежим на моей кровати. Сейчас потихоньку будем вставать и кушать. Потом вы с нами будете ходить, может быть, мы куда-нибудь идем. Всем привет, мы уже приехали домой. Сейчас будем с нашей семьей отмечать Юлин день рождения, есть торт и пить чай. А потом мы с мамой поедем домой. Сейчас я покажу подарки моей сестры. Первое, это вот такая вот настольная, вообще не настольная, просто дорожная игра. Надо соединять, кто с кем. Потом вот такая пушистая собачка. И я смогу достать. И вот такая вот картинка, которая уже скрашена так рано. Прикол в том, что вот у нас точно такие же картинки. Так что вот такие подарочки. Уже вечер, и подошел вот наш блог к концу. И день рождения моей сестры, я уже дома, я уже в пижаме, я уже легла спать. Так что до новых встреч.